Добрый день, друзья! Ну что, едем искать плов. Нам сказали, что делают в каком микрорайоне? В четвертом микрорайоне в Намангане плов пай-оши. Из сухожилий. Так что будем искать. Ну что, выходим потихонечку, да. Видим, мама уже вышла. Мама пошла. Это обзор вот такой вот, обратите внимание, все по красоте, потому что это парк Авсона, такая вот красота вдруг. С левой стороны это и аквапарк, и сразу парк карусели там, есть американские горки, разная всячина есть, так что чуть позже вам Алишер все покажет. Что, поехали? Поехали. Может быть, найдем? Ну, не найдем. Нам же сказали, что в определенном месте есть. Будем пробовать теперь. Так в определенном месте нас 30 лет здесь не было. А когда прилетали сюда недавно, весною, тогда мы туда не ездили вообще, в ту часть. Ну что, едем искать плов. Пай-оши. А как это на русском языке, мам? Пай-оши. Плов из сухожилий. Плов из сухожилий. Наверное, будет очень вкусно. Да. Хоть бы успели. Поздновато мы, правда, узнали. В 11 часов открывают казан. Вот уже сейчас. Сейчас сколько? 20 минут прошло. Ну, пол казана, наверное, еще есть. Посмотрим. Вот. Да. Здесь до часу дня, с 11 до часу дня самса и плов. После часу дня вы такие две вещи не найдете. Остальная еда будет, но плов и самсы трудновато найти. Это мы, видимо, старинный погост проезжаем, да? Да, это Умбар-Ахмат. Как называется? Умбар-Ахмат. А это вот знаменитая мечеть. Мечеть сбоку. Да, с правой стороны это огромное большое кладбище. Старинное. Старинное, да, вот мы сейчас справа. Смотрите, он закрыт полностью. Забором, каменным таким. Сейчас уже там не хоронят. Угу. Просто это... Ну, уважают предки. Здесь очень много веков все хоронились. Вот. Так, жители, кто жил раньше в микрорайоне в Намангане, напишите. Помните ли вы очертания? Говорят, что здесь все поменялось. Такая вот дорога идет здесь, да? Эта дорога идет от... Откуда? Приблизительно от стороны... Гурванцая, по-моему, да? Гурванцая идет шестой микрорайон, эта шестой дорога. Микрорайон. Налево будет Касанцай, направо будет четвертый микрорайон. Угу. А нам ехать прямо. Здесь алмаз, вот сбоку, с левой стороны алмаз. Да. Но это тоже как его... Столовая какая-то? Здесь заказной плов. Да, здесь свадьба играет. Свадьбы проходят. Да. В правую сторону, это в сторону Казанцая уже дорога. Ну, еще и третий микрорайон. И третий микрорайон, да. Тут уже салон «Шевроле», вот он, с левой стороны. Здесь опять на каждом шагу чайхана, столовые вот такие вот есть. Надо скорую помощь пропустить. А вот с ними еще какая вот скорая помощь? Скорая помощь, это Дамаски. Выпускаются эти машины здесь, на Мангане. Такие. На Мангане выпускают? Да, здесь на Мангане. Не на Мангане, а Фергана. Фергана. Долина. В Андижанской области выпускается, забыла, как этот город называется, но я когда-нибудь еще скажу. Забыла. Вот эти все дома, четырехэтажки, это еще старые дома советских времен. Это еще бывший голубенький дом, шестого микрорайона, первый дом. Вот это голубенький дом. На этой стороне был мебельный магазин. Вот здесь. Сейчас магазин «Макро». Да, вот он «Макро», но вот эта вся середина, вот она вот.
Это кольцевая раньше была, это красивое место раньше это было. Это угол 4-го микрорайона, а это угол кладбища старинного. Я помню, где-то в 88-м году вы покупали в этом мебельном магазине ташкентскую мягкую мебель. И ташкентскую, и германскую мебель. А еще мы ее забрали даже с собой в Россию, и все еще пользуемся. Да, до сих пор на даче два кресла и диван существуют. Ну и стенка германская. Стенка тоже, да. А так в те времена стенка была, это германская. Вау, самая лучшая была. Это не каждый мог себе позволить такую стенку, кстати. Я с вами вместе ездила, выбирала ее. Да. Это по моему вкусу было выбрано тогда. Да, вот теперь мы здесь проезжаем башню. Так, так. Вот здесь что-то дорогу ремонтируют. Это кинотеатр Наваи был. Теперь сейчас там всякие стоматология. Кафешки. Стоматология. Стоматология там. Потом кинотеатр Наваи был. Сейчас это все не узнать. Угу. Сейчас я вам покажу эту самую остановку Черемушки. А вот это я уже не помню, Черемушки. Ну, была такая название такое. Старые наманганцы ее помнят, которые жили в микрорайоне. Угу. Вот приблизительно вот здесь остановка Черемушки была. Чуть-чуть еще надо проехать. Вот. Так что город расстраивается. И здесь новый асфальт постелили, я смотрю, да? Да, да, да. Этот асфальт летом стелили. Летом ты узнавала, да? Да, два месяца здесь практически, или полтора месяца было все перекрыто для того, чтобы постелить новый асфальт. Асфальт. Да, да, был ремонт. Вот, по-моему, вот здесь, но интересно, работает ли? Работает. Вот, работает, вон. Так. Казаны и все. Это нужно будет круг пройти. Ну, ничего страшного, сейчас мы все сделаем. Сейчас мы пройдем круг, постараемся пройти. Да, дома же те же стоят, на домах те же мозаики, кстати. Ну вот она, остановка Черемушки, вот она была. Угу. Вот эта остановка Черемушки была. Ты сняла? Да. Называлась. Там дальше был комбинатчик сильный. Вот между этими домами пройти через дорогу комбинат текстильный, в котором, я думаю, что... Стараюсь развернуться. Не пропустят, ты видишь? Ничего страшного. Сейчас мы их пропустим, освободится путь, и мы потом это проедем. Тут же большая машина. Вот. Вот сейчас поедем на этот Пай-Ош. Пай-Ош. Что-то у них опять локация изменилась. Что-то их гонят и гонят в каждых мест. Локация меняется у них. Здесь надо где-то припарковаться аккуратненько причем. Причем очень аккуратненько. Очень аккуратненько, потому что здесь арык, а я еще не умею парковаться, где арыки. Надо узнать, можно ли ставить на машине. Здесь какой-то ремонт. Да. Сейчас посмотрим. Или же вот туда, может, во двор заехать. Там нету двора. Друзья остановились. Припарковались возле дома дружбы, Дустлип Уи, дом дружбы. О, салам алейкум, яхшы миссис, ока? Буханака, ой, Дустлип Уи. Корейс, Рус, Таджик, Кыргыз, Тутте Миллат Маркази. Тутте Миллат Маркази, это Кыргыз. Кыргыз, Таджик, Таджик, Рус, Корейс. Корейс. Это дом дружбы четырех народов, киргизы, таджики, русские и корейцы. Да, да. Это их дом, да? Они приходят сюда, видимо, здесь эти. Русский язык вы хорошо понимаете? Чуть-чуть понимаете. Да. У них здесь праздники, курсы, идут они. Курсы, язык учат, видимо, корейский, русский, узбекский. Ну, хорошо. Мы даже и не знали.
там у вас делают пай-ош. Хороший пай-ош? Да, пай-ош. Да, пай-ош. Но мы здесь припарковались. Вы посмотрите. Араб Туресаса. Хорошо. Мы пойдем плов покушаем. Пошлите с нами кушать плов. Спасибо большое. Пошли посмотрим, Майя. Рахмат. Ну что, друзья, вот еще познакомились с мужчинами. Вот с такими интересные мужчины тоже. Это тоже, как я вам и говорила, старые дома. Вот эти еще четырехэтажки с нашего детства. Кстати, обратите внимание, какие гранаты. Во дворе под домом растут гранаты. Персики, вон они. Пошли дальше. Алишер прямолинейный. Он сразу будет здороваться и разговаривать с людьми. Это точно. Я не стесняюсь, потому что мне очень интересно. Поэтому общаться с людьми, общаться, правда? Общаться с людьми очень интересно. Узнавать что-то новенькое, хорошее. А вот расскажи, пожалуйста. Ага. Вот ты приехал сюда, в Наманган, в Узбекистан, да? Так. Ты вспомнил? Ты же уехал отсюда в детстве, правильно? Да, в 12 лет. 12. Ну, ты эту историю ты людям отдельно сядешь, расскажешь уже, да? Да. Потом. А сейчас просто твои ощущения в родном городе, очень, где родился. Очень интересно, дружелюбивые люди. Ага. Вот, ну, интересно приехать, посмотреть, отдохнуть. Угу. И опять восвояси. Восвояси и домой? Домой, в Москву, конечно. Угу. Мы сейчас подходим. Сейчас. О, здесь, правда, ремонт делается, как мы вам и говорили, да? Да. А вот уже мама тут. Ага. По 15 тысяч сум. Ага. Вот, открыли вот. В 11 часов. Прекрасный повар. Да. Давайте снимем вот повар. А что, это два вида плова? Это дезера. Это дезера, а это? Пай-оши. Пай-оши. Вот такой вот прекрасный повар. А там самсы вон снимите. Кстати, а тут самсы. Ассалам алейкум. Давайте мы посмотрим. Посмотрите, вот такой вот есть у нас еще. Еще. Красивый мужчина. Красивый. Ребята, все по красоте. Посмотрите, какие вот самсушки. Да. Держи. Вот такое. А какие у вас есть самсы? С мясом есть, с картошкой есть, с курицей есть. Все, что хотите, да? Все хотите. Здесь тоже вот такие слоеные. Вау, слоеные. Такие слоеные самсы, как у нас и в Москве есть, конечно, уже. Но в Узбекистане другой вкус, да? Другой. Пошли-ка дальше смотреть. Так, пошли пловик. Вы уже заказали, да, плов, мама? Пай. Видите, как нарезают сверху плова. Вкусняшечку. Угу. Вот еще. Курсика. Ток, ага. Да, да, аккуратненько, давайте. А сколько вы заказали плова? Две порции. Две. Я тогда мне порцию кладу. Говори. Ладно, давайте три. Давайте. Чё ж я на вас буду смотреть? Значит, у тебя не будет это. Шашлыка здесь нет, я думала, что... А, есть шашлык? Да, да. А какой шашлык есть? Кусковой, жёлтый есть. А? Кусковой и молотый есть. А, молотый, кусковой. Малюш, что ошкала верина? Рамо, давай тогда еще самсы, сейчас там все сдаёт. Ты еще и самсы хочешь? Да. Или сначала плов поедим, а потом самсы, да? Вот, ребята, какие большие молодцы, видите? Какой пловик у нас будет? Вкусный.
вкусно, очень вкусно. Так что мы расскажем на вкус какой. Особенно я люблю говорить. Какой будет вкус? Это мне. Дегустируем плов. Пай уши, наш сухожилье попробуем. Хороший плов. Сухожилие хорошо проварено. Плов получается особенный, на коллагене. Да. Правда. Вкусно. Дома так не сваришь, все равно. Как бы ты ни старался. Прямо охота кушать и не останавливаться. Кушать, да. И кушать. Чай дальше. Зеленый чай, спасибо. Видишь, уже доедаю ее. Как плов? Вкусный. Очень вкусный. Вкусный. Ну нет, он не жирный. Хороший вкусный плов. Всего в меру. Всего в меру в этом плове. А, еще барбарис здесь есть. Ничего не съел. Да, тут все приправа вся есть. С зеленым чаем еще лучше. Идем с мамой. Вот видите, сколько людей. Как берут. Рахмат, соломат булин. Мы уже наелись, а нужно еще самсы. Ну, другой раз. Ждем вас. Придем, приедем. Рахмат, соломат булин. Спасибо. Вот бывшие жители Намангана. Вот так вот мы покушали плов. Но самсы уже, правда, просто не смогли кушать. Поэтому в следующий раз приедем, попробуем самсы и расскажем, как и что. Как тебе был плов? Очень хороший. Жирненький, прям хороший-хороший. Ты жирненькое любишь, да? Жирненькое люблю, но постоянно нельзя жирное. Да. А то буду сидеть на розовой статине. Пошли. Очередь стоит за самсушками, очередь стоит за пловом. Вот. А то, что вы видите, вот здесь все накинуто, дорога делается ремонт. Наши уже пошли вперед. Я пригоню сейчас машину. Хорошо. Потому что центральные дороги уже сделали, и здесь делается новая пешеходная дорога. Чтобы люди не мучились и по хорошей дорожке шли пешеходной. Отдельно делается для самокатов, велика. Что вы говорите, мама? Бывшая детская поликлиника, бывший роддом. Вот. В 70-х, 80-х это была поликлиника. Сейчас сделали жилой дом. Четырехэтажный? Да, вот это. Да.